Приближается Новый год, самый долгожданный праздник как взрослых, так и детей. И к нему многие начинают готовиться заранее. Ну а какой Новый год без елки, пусть даже самой маленькой? Организаторы города мастеров, который состоится совсем скоро, 24 ноября, предусмотрели мастер-класс по росписи елки. В нашем музее столярной мастерской мы проводим не только экскурсии, но и самые разные мастер-классы, в том числе и мастер-класс по росписи. И в преддверии Нового года мы предлагаем всем желающим расписать глиняную елочку, которая сможет стать прекрасным подарком для ваших родных и близких, либо же украсить ваш интерьер. Керамические елочки уже готовы, слеплены и обожжены, и ждут, когда ваши умелые ручки во время семейного праздника «Город мастеров» их украсят. Все необходимые инструменты, кисточки и акриловые краски вам предоставят в столярной мастерской. Но «Город мастеров» – это не только мастер-класс по росписи. Мы приглашаем всех желающих посетить музей «Столярная мастерская» и прийти на наш семейный праздник под названием «Город мастеров». Каждый пришедший сможет узнать секреты от мастеров, которые работают в самых разнообразных техниках, таких, например, как витраж, декупаж, ваяние, гончарство. А еще вас ждет интерактивная экскурсия, фотозона, сувенирная ярмарка, ароматный чай. А керамическую елочку, которую вы распишете своими руками, обязательно заберете с собой в качестве сувенира. Елочка может стать прекрасным подарком для ваших родных и близких, либо же украсить ваш интерьер. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.